хочу представить топ самых продаваемых смартфонов за третий квартал, где представлены очень интересные модели со всех ценовых классов. Как раз это и бросилось в глаза, что в топ-10 представлены абсолютно все телефоны поровну. Есть телефоны, которые дешевые, есть средний класс и даже представлено два топовых моделей. В третьем квартале на первом месте топ-10 телефонов, смартфонов был опять же iPhone. Он был весь год на первом месте, и поэтому это неудивительно уже. Люди ценят его, естественно, за его бренд. Он в мире самый известный. Плюс соотношение, я бы сказал, даже цены и качества, потому что за это качество не жалко давать столь крупную сумму. Samsung тоже представлен в топ-10. Galaxy S6 Edge, который очень с красивым дизайном, мне нравится. И он по ценовой категории такой же, как iPhone 6. Единственное, что он занимает чуть-чуть ниже строчку. Все производители в своих топовых моделей используют самые передовые технологии на этот момент. То есть там стоят самые мощные процессоры, оперативная память, камера. Это, в принципе, все производители используют. Недавно пришло в продажу такой телефон, как Galaxy J5. Он стоит меньше 200 евро. И он же стал сразу же хитом продаж, потому что у него отличное соотношение цены-качества, подходит для людей, которые хотят выбрать себе первый смартфон, либо покупают детям. Galaxy Core Prime тоже меньше 200 евро стоит. Кому нравится большой экран, есть Honor 4X. Такой телефон тоже очень интересный. И чуть-чуть подороже идет Sony Xperia Z3 Compact, который уже не боится влаги, пыли и очень хорошая камера. У Sony отличительная характеристика такова, что он влага и пылестойкий. Это очень много многим людям нравится, которые занимаются спортом. Плюс в Эстонии очень часто у нас дожди. Зима тоже бывает не снежной, так сказать. И поэтому этот телефон очень практичный. Если характеризовать в топ-10 смартфонов каждый телефон, то два телефона, если сравнить эти, которые самые дорогие, S6 Edge и iPhone, характеризуют топовые характеристики и дизайн. Естественно, это люди ценят. Потом, если идти смотреть эти телефоны, которые подешевле, то есть Galaxy J5, Core Prime и Honor 4X, то если вы видите, они все разных размеров экрана, то в этой ценовой категории любой клиент может найти себе подходящий размер. Если говорить об Galaxy A5, то здесь уже есть элементы дизайна, он очень приятен в руке. У него еще очень хорошая такая функция, что можно застраховать экран. Если, не дай бог, экран разобьется, то страховка это покроет. Ну, Z3 Compact я уже говорил, он очень маленький телефон, в руке хорошо сидит, и многие это ценят. Как правило, люди, когда приходят покупать смартфон, они просто говорят, что я хочу купить телефон. И, естественно, мы хотим узнать, какой, поэтому мы задаем вопросы, какие функции для людей важны, то есть размер экрана, важна ли камера, важен ли производительность, кто будет пользоваться. Оттуда уже можно выбрать цвет, дизайн. Если ребенок будет пользоваться, то, соответственно, можно выбрать уже и по цене подешевле, потому что дети, как правило, могут забыть или потерять телефон. Способы приобретения смартфонов у нас очень разные, подходят абсолютно для всех клиентов. Кто хочет сразу выкупить, у нас есть услуга рассрочки, очень удобная.
Также можно купить любой телефон с комплектом. Это означает, что клиент покупает интернет-услугу, и к нему привязывается телефон, и он платит с одним счетом определенную плату месячную и получает именно тот телефон, который ему нравится. Для бизнес-клиентов также есть услуга лизинга и аренды.